одном городе жила-была кошачья семья. Мама, папа, Мирка и сестра. Однажды мама сказала: «Детки, завтра мы пойдем гулять». А сестренки так обрадовались. Они не гуляли, потому что мама и папа всегда работали. Это был самый лучший день. Они шли и пели песню. Жила-была кошачья семья. Мама, папа, Мирка и сестра. Пришли домой. Они обожали свой дом. Старшая хозяйка сказала: «Мои киски, сейчас я покажу вам волшебное дерево. Пойдемте все за мной». И они пошли искать волшебное дерево. Но по дороге начался дождь, просто ливень-приливень. И вот они увидели волшебное дерево. Ух ты ж, какое чудо! И они решили разделить яблоко. И они разделили. Они были очень и очень дружные. Они понесли яблоко домой и даже оставили своей младшей хозяйке. Они съели яблочко и пошли спать. Наверное, им снились яблоко или что-то другое. А мультик делала Злата. Потому что у меня есть кошка Мирка, и я очень сильно ее люблю. И я для нее сделала мультик этот. Коты такие, огурцы.